Так, плюс 3 градуса Цельсия в помещении. Ну, а теперь проверю, сколько в холодильнике. Минус 3,5. Сейчас покажу вот так. Видно, вон минус 3 градуса. Помните, раньше я до этого сюда закидывал, когда проводил эксперимент, да, то было минус 17. А после этого я добавил сюда снег. Я не стал добавлять больше соли, только вот только снег добавил. И получается минус 3 стало. Вывод, что с помощью изменения пропорции мы можем менять температуру. То есть в данном температура, похоже, ближе к холодильнику, да? То есть такая слабая заморозка. То есть особенно если наверх кинуть, положить, да, не в сам снег, то будет температура, ну, чуть холоднее, чем в холодильнике. Вот. И наоборот, изменив пропорции, мы можем сделать очень сильную морозилку, мощную. Так, ну вот, то есть это первые дни. Посмотрим далее. Прошло ровно неделя, то есть 7 дней с начала того эксперимента, что я начал. Так, получается, сейчас температура плюс 14 градусов. И сейчас вечер, сегодня было 15-16 градусов в тени. Ну и на солнце, ну, намного больше было, потому что солнце было очень яркое, что пришлось бабочкам проснуться. Представьте, сегодня бабочки были, летали везде. Несмотря на то, что вчера все было снегом засыпано, сегодня он резко начал таять, резко растаял, и все бабочки летали. Было вообще какое-то чудо. Так, ну, получается, вот хочу проверить теперь в холодильник. То есть продолжаю дальше эксперимент. Сейчас градусник положу в холодильник и подожду несколько минут, чтобы проверить, какая температура в холодильнике. Так. Как помним, в начале эксперимента было минус 3. Так. Давайте посмотрим. О, 0. Так. В чем дело? Ну вот, все-таки температура поднялась. 0 градусов. Еще забыл посмотреть морозилку, где просто снег. Ну, тут его вообще мало стало. Так, ну, теперь вот думаю все-таки сделать температуру, как тогда. То есть закидать солью, да, большим количеством. Пока снег еще есть, потому что сегодня уже растаяло очень большое количество снега. И надо будет провести вот эксперимент все-таки так до конца, чтобы было как надо. Ну, тем не менее, несмотря на то, что температура понизилась на 0 градусов, да, причем я хочу сказать, это буквально только сегодня стало 0, до этого было минус 3 все время. Так, несмотря на это, бутылочка, она, да, также замороженная, ледяная. Ледяная. Так, ну что, теперь сделаем так. Я добавлю сюда хорошее соотношение. Че, Барсик? Ты тоже хочешь до конца провести эксперимент? Хорошее соотношение соли, чтобы было
Был хороший минус, как в морозилке. Ну и подожду, да, проверю, что будет. Прошла неделя, да, вот температура была плюсовая все время. Где-то плюс 5, от плюс 5 до плюс 10. И вот только сегодня резко вдруг в тени было плюс 15. Ну, на солнце, наверное, еще жарче было, потому что солнце было очень яркое. Причем настолько яркое, что бабочки летали. Вот снег, да, тает снег, да, где-то очень много его, и летают бабочки. Ну, прям на глазах таял. Ну, пока до конца не растаял, сейчас накидаю сюда, это еще добавлю снега, видно чуть-чуть, или мне кажется, может быть и нет. Возможно, чуть-чуть начало подтаивать. Может быть, да? Ну, сейчас будет более видно. Я накидаю сюда снегу. Попробую побольше. Так. И соли. Да, размешаю солью. Чтобы температура была как в морозилке. Ну и посмотрим, насколько быстро она будет таять. Ну и так далее. Так, то есть продолжаем эксперимент.